Ух, ух. Да, вылаживать, конечно, одно удовольствие. Иди сюда, родной. А, ух, нифига себе. Вот это селедочка. Давай, 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 давай. Привет, друзья! Приветствую всех любителей зимней ловли леща. В этом году у нас погодка радует, и уже лед стал на многих водохранилищах, в том числе и на Десногорском, куда я сегодня отправляюсь. У меня уже машина практически собрана, все компактно уместил максимально, потому что зимняя рыбалка потихонечку уже превращается по оборудованию близко к карфишингу. Ну, хочется, конечно, ловить в комфорте, просто чтобы наслаждаться действительно рыбалкой. Хоть погодка и не совсем такая морозная, обещает в районе там 3-5 градусов мороза, ну, с теплыми палатками и теплообменниками это вообще благодать. В общем, машину я практически уже собрал, осталось буквально немножко покушать с собой взять, аппаратуру до конца зарядить, и отправляемся в путь. Так, друзья, я прибыл уже на водохранилище, поставили палаточку. В общем, сегодня мы место выбрали, скажем так, более безопасное, потому что ледовая обстановка в районе вот этой деревни Богданово, да, где мы чаще всего ловим, скажем так, нестабильная. Вода открытая очень рядом. Там вот около самой непосредственно базы, где я люблю ловить, у меня там забиты точки, там сидят рыбаки-экстремалы, но я со своим оборудованием, с теплообменником, как бы не решаюсь туда идти. Вода очень близко, подмывает, и тем более на улице сейчас там плюс 1 градус, там минус 1, то есть вообще оттепель. Здесь может лед смыть там километр за ночь вообще легко, а тем более если он очень тонкий. Поэтому в целях безопасности мы расположились немножко выше по реке Десне, которая сюда впадает. Именно в этом районе я первый раз, поэтому, чтобы не тратить время, я воспользовался информацией предыдущих рыбаков, друзей, которые дали мне ориентиры, куда двигаться. В общем, сел я на глубине 8,6 метров. А справа от меня, да, ближе к берегу, там, где русло, сидит достаточно большая такая компания рыбаков. Палаток, наверное, 15-20. Вот, и я, получается, на выходе на столик вот этот. Ну, я не люблю сидеть в толпе. Отошел метров, наверное, 20-30, чуть-чуть выше. И здесь вот расположился. Ну что, друзья, давайте, наверное, уже приступать. Мне не терпится уже забросить. Ну, вот, у меня сегодня, кстати, новая палатка. Lotus Thermo Long. Это такая же трехслойная модель, как и у меня была в предыдущем году, только ее сделали теперь прямоугольной, стала подлиннее, благодаря чему можно вполне комфортно здесь разместиться. Ну, по быту, наверное, давайте уже завтра я вам расскажу по светлому, что у меня как здесь устроено, что где стоит. И плюс ко всему поделюсь какими-то впечатлениями о этим новой своей раскладушкой. Вот.
хотел бы заострить свое внимание на освещение. Я немножко здесь его изменил. С правой стороны от себя я разместил на стене удобный очень органайзер, в котором у меня хранится все это запасное оборудование необходимое. И вот монтажный столик, рабочая моя зона. Кстати, есть интересные мысли, идеи по поводу работы с вот этим пучковязом. Ну, в общем, поделюсь чуть позже своими мнением о нем. Взял второй аккумулятор гелевый 12 вольт на 15 ампер. То есть отдельно у меня теперь на освещение аккумулятор и отдельно на теплообменник. А вот что касается этого блока, я его купил еще, наверное, год или даже больше, наверное, назад. Вот эти USB-шники, конечно, очень удобно, так как этот блок питается от обычного аккумулятора с помощью проводов. Но USB-шники накрылись в первую же рыбалку. Дальше. Здесь есть индикатор заряда батареи. Вот сейчас у нас 12,3. И три диммера. То есть на каждый источник освещения можно настроить отдельно. Светодиодная лента у меня на крыше одна. А дальше. Вот там вот у меня второй источник освещения. Это тогда, когда будет поклевка, вываживание, я смогу дополнительно его включить, чтобы у вас картинка была более лучше. И вот у меня жесткие такие провода в лунках. Это дополнительная подсветка лунок. Если полностью выключить все освещение, можно, видите, вот так вот включить и спокойно наблюдать. Флуоресцентные такие поплавки очень хорошо видны. Ну, решил в этот раз сделать именно так. Попробую, хватит ли мне аккумулятора на эту рыбалку. Я думаю, что да. Так, здесь у нас Deep Hot Demon. Много про него, кстати, спрашивали. У меня закончился, я взял себе новый в магазине. Это, грубо говоря, специи. Ну, работает или нет? Мне кажется, это просто суеверие. Можно ловить успешно и без него, а когда клёва нет, то никакой дип вам не поможет. Ну, принято так считать, что по холодной воде лещ очень любит специи, а этот дип, он очень и очень аттрактивный. Ну, взял с собой камеру, будем периодически смотреть, что там у нас происходит под водой. Так, ловить я сегодня буду, первая удочка у меня будет на коромысла с вот таким вот прикольным поплавком в виде тюльпана. Он раскрывается, так эффектно смотрится на поклевках. Коромысла, не знаю по каким причинам, достаточно громоздкая такая конструкция, но на этом личном водохранилище он показывает просто феноменальные результаты. Мы неоднократно с ребятами экспериментировали, делились впечатлениями о рыбалках, и у большинства в приоритете, ну, больше поклевок именно на коромысла. С чем это связано, вообще непонятно. Вторая удочка — это электронный кивок Щербакова. Без него в последнее время я вообще ни на рыбалке не выезжаю. Ну, действительно, это очень удобно. Я за последние сутки там поспал буквально, наверное, 3 часа. Меня сейчас туда-сюда и вырубит уже. Но у меня будет один стоять сторож, который подскажет мне, что лещ вышел, и вы можете в любой момент подняться, посидеть там, посмотреть на шевеленки, на других удочках. Да, минус в том, что бывает то, что лещ здесь очень вялый,
Он не клюет, а просто такие шевеленки. На кивке щербаков вы этой поклевки не увидите. Нужно только на поплывке качающемся это заметить и подсечь вовремя. Вот. И третья удочка у меня будет, это также обычный крючок с дробинкой. Днем, возможно, попробуем на мормышку, либо на чертика, если будет совсем уж с клевом плохо. Ловить мы будем, как и всегда, в принципе, на мотыля. Правда, у меня сегодня не совсем такой крупный. Вроде смотришь, это нормальный. А когда начинаешь выбирать на насадку и понимаешь, что толком-то и насадить нечего. Вот. И в этом сезоне попробую потестировать вот эту вот приблуду пучковяз. Есть у меня очень интересные такие мысли, идеи. В общем, теологи утверждают о том, что там лещи способны чувствовать движение малейшее мотыля, там даже на 10-сантиметровую, там больше илу. Идея данного приспособления в том, что вы берете пучок мотылей и, не повреждая их, то есть не прокалывая, да, отправляете его в скоромыслом там, да, или на крючке на дно. Поэтому у вас мотыль постоянно шевелится, тем самым, ну, может быть, по идее, будет привлекать нашего леща. В общем, в комплекте идут несколько видов резинок. Большие и маленькие, потому что вообще эта приблуда предназначена как и для насадки вот этих мягкого пелеца, там, неважно, пучки там мотылей или других каких-то личинок. Здесь в комплекте есть резинки разного диаметра. Я думаю, что целесообразнее для нашего мотыля использовать самые тонкие, потому что слишком большие пучки не нужны. Думаю, мотыльков, если сюда будет вмещаться 6-7-8, думаю, будет это самый раз. Я несколько часов посвятил изучению данного девайса, потому что, ну, у меня вообще ничего не получалось. Секрет работы данного девайса прост. Нужно резинку раздвигать непосредственно практически у самого края вот этих усиков. Опускаем его в мотыля и забираем необходимое нам количество. Некоторые, конечно, сжимаются по самым краям. Нам нужно добиться, чтобы большинство мотылей было пережато по центру. Плюс его, повторяюсь, в том, что здесь мотыль весь живой, он, да, сжат немножко, но он не проткнут, с него сок никакой там не вытекает. Если мы вот обычным способом, да, насаживаем пучок мотылей, то мы, получается, каждый его прокалываем, особенно если мотыль не особо такой свежий и крупный, то такие висящие сопли, я думаю, что не так уж и хорошо привлекают леща. Хотя, конечно, скажу я вам откровенно, когда активный клев, просто ловишь на такие сопли, даже лень уже какого-то мотыля там снимать, одного какого-то добавил, опускаешь и все, уже видишь поплавок лежащий. Вот, поэтому я думаю, что эта тема актуальная для ночной ловли и для тех случаев, когда у вас мотыль не совсем крупный, не очень хорошего качества. Кстати, им также можно и насаживать пучок кормовых мотылей. Иногда это тоже приносит свои результаты. В общем, я в этом сезоне буду его тестировать и буду по мере всех видеоотчетов делиться с вами, скажем так, результатами, где на одном коромысле будет у меня пучок обычных мотылей, на другом именно с пучковязом. И посмотрим, какие получатся у нас результаты. Вот. Так что, друзья, забрасываем наши снасти и ждем первых поклевок. О, друзья, наконец-то у нас первая поклевка. Я уже думал, что вообще никогда ее не дождусь. Ну, по ощущениям, не крупный. Ну, наконец-то. Фу. Все. От нуля ушел. Вот такая вот первая фанерка у меня в этом сезоне. Ну что, погнали дальше. Есть еще один. Кстати, тут клюнул
не на вот пучок, просто на насаженные 4 мотылика. Ну, кстати, бывает такое, что, ну да, это мелочь. А, кстати, этот на пучок. Бывает так, что он мелкий подлещик, да, не хочет брать крупные такие вот пучки и предпочитает там 2-3, а то может и вообще одного мотыля. То есть тут, конечно, нужно постоянно экспериментировать. Но хорошо, что на коромысле два крючка, да, можно и один на другой поставить. Еще одна мелочевка попалась. Ну, клев, я вам скажу, что очень и очень слабый. Приходится вымучивать практически каждую рыбу. Причем, да, видите, тоже небольшой, все одного размера. Такие стандартные мелочи. Хорошая такая поклевка, уверенная. И, судя по ощущениям, немножко рыбка покрупней. Ну, или мне так кажется. Зацепил соседнюю удочку. Может быть, за бок. Бывает такое. Или за плавник. Очень бойкий. Ух, ух. Да. Вываживать, конечно, одно удовольствие. Да, такой дает дрозда под лункой. Да, походу зацепился. Иди сюда, родной. А, ух, нифига себе. Вот это селедочка. Нифига себе. Друзья, я не знаю, сколько в ней. Ну, блин, на пучочек. Класс. Блин, наверное, грамм 300. Вот, а я сначала не понял, откуда же такое сопротивление. Смотрите. Вот это да. Классно. Такую плоту, конечно, можно ловить. Супер. Да, конечно, презентация вот такого пучка просто классная. По сравнению вот с обычным мотыльком. Очень-очень выглядит, скажем так, аппетитно намного. Видите, он еще шевелится. Вот на него сейчас и взялась плотвичка. Давайте еще, может, стайка подошла. Прикормки там у меня предостаточно. Можно, в принципе, и еще попробовать подкормить. Ну, пока что, я думаю, нет в этом никакого смысла. Вряд ли там кто-то этот килограмм успел скушать. Кстати, особенность клёва сейчас такова, что я ловлю на одно удилище, на одну вот эту правую лунку. Все остальные молчат, и вообще я даже не видел ни одной поклевки. Вот непонятный парадокс. Ну, кстати, на каждой практически рыбалке есть лунка, которая лучше работает, чем остальные. Не знаю, с чем связано, может быть, с особенностями рельефа, что-то ему там больше нравится. Ну, в общем, такой нюанс присутствует практически на всех рыбалках. Давай, 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 давай. Так, обещал рассказать вам побыт. Ну, вчера я про этот столик уже все рассказал. Здесь у меня аппаратура, монтажные всякие принадлежности. Штатив. Ловлю я на 3 лунки. Это пол утепленный новый, который крепится на вот эти вот сланцы как раз таки. Сейчас под низом вода. А у меня здесь сухо, сухо, комфортно, потому что там под низом еще вот гидродно. А это сверху уже теплый пол. Раньше я просто подстилал, а теперь здесь от лота сделали новые такие вот полы. Ну, наверное,
в отдельной какой-то рыбалке, я полностью им расскажу. Так, теплообменник. Забыл подставку под него, поэтому решил выйти вот таким вот способом. Взял зимний ящик, с него убрал верхнюю вот эту пенопластовую крышку и поставил. Кстати, скажу, что получилось даже, может быть, и лучше. Почему? Потому что он стал выше. Сейчас температура на улице, ну, не морозная, поэтому чем выше ходит теплый воздух, тем меньше у нас подмывает лед, да, и размывает лунки. Вот. Кстати, еще спрашивали, почему труба пластиковая, не плавится ли? Нет, она вообще теплая, не горячая. Здесь температура очень маленькая. Может быть, ну, градусов 20-30, не знаю. Вот. Непосредственно в этой части очень горячо. Руками даже сложно прикоснуться. Поэтому я один раз чайник вскипятил, поставил его. И у меня здесь горячая вода постоянно. Вот. Идет сбор конденсата. Ну, сейчас здесь пусто. За ночь что-то набралось, слил уже. Очень удобно. Так, что касается моего спального места. Попробовал на этой кровати поспать. Септерма. Ну, скажу, что пока что все устраивает. Единственное, материал достаточно тонкий. Я думаю, что, вот, не знаю, видно, не видно. Но вот немножко он просел. Не знаю, будет ли тянуться дальше. Если в итоге, конечно, раскладушка станет как гамак, то спина начнет болеть и, ну, никудышная будет. Сама конструкция, конечно, довольно-таки крепкая, она тяжелая, но в то же время компактная. Раньше я использовал кресло Кюзо, которое с подставкой превращалось как бы в раскладушку. Теперь мне места экономить нет смысла, так как тут предостаточно. И вот у меня стоит здесь стул, который я, если что, поставлю вот в это место. И на активный клев, он маленький, легкий. В общем, при транспортировке в машине у меня места стало гораздо больше. Здесь разместил временно столик для еды, там чай, еще что-нибудь, когда нужно, выставляю покушать. Там аппаратура и пакет под мусор. Собирайте за собой мусор. Лед только стал, а уже на водоеме полный срач. Ни стыда, ни совести у рыбаков. Сами же приезжаете, потом ловите в этих лунках. Кстати, накрылась моя вот эта камера Lucky. Провод очень тонкий. У меня уже была одна замена этой камеры. Вот, повредился в каком месте, не знаю, проводок. И просто я его подключаю, экран синий. Видимо, где-то нарушена связь. Так что имейте в виду, не помню, как она даже модель называется. Оставлю ее на подзарядку телефона. Здесь вот можно использовать как его, как пауэрбанк. Такой круглый, не знаю, правда, сколько здесь ампер. Ну, в общем, такая ненадежная штуковина. Thank you.
Так, у нас перерывчик и по клеву, и по время обеденное. Уже пора самим перекусить. Вот у меня такие даже ощущения, наверное, уже с зимней рыбалки, то, что обязательно нужно сальца. Хоть и сейчас начинаю снова заниматься там и лыжами и так далее. Надо в межсезонье привести себя немножко в форму. Вот. Но я просто себе не представляю зимней рыбалки там без хлебушек с горчичкой, да, там сальца с лучком просто. Это, ну, мне кажется, это какие-то уже ассоциации. Ну, лично для меня, не знаю, как у кого. Сейчас немножко перекусим. Мамка мне, кстати, тут домашнего сальтисончика сделала по заказу отдельному. Не знаю, кто в курсе, это, ну, в желудке варятся всякие там внутренности, мясо, сало и так далее. В общем, штука обалденная, вкусная. Тем более все эти продукты, там сальтисон, сало, они очень хорошо хранятся на морозе, да. Ну, когда, конечно, мы едем большими компаниями, для нас обязательно уха. Там, неважно, как она приготовлена, рыбный суп, там многие умники будут называть, неважно. Главное, горячего выпить, особенно когда холодно, сразу так классно продирает, прям чувствуешь, как бульончик вовнутри пошел. Вот. И посмотрим, что, наверное, закормлюсь уже ближе к вечеру, когда стемнеет. Слава богу, что ушли мы от нуля. Конечно, я даже свой улов там не могу найти. Ну, реально, там одна плотвичка, один, правда, крупная, более-менее такой подлещий, грамм 300. И там, наверное, с десяток такой фанерки маленькой очень. Ладно, ушли мы от нуля. Первая задача выполнена. Теперь на вторую ночь нужно нацеливаться, как-то посидеть. Есть одна интересная, кстати, мысль. Вы извиняете меня, я просто очень хочу кушать. Есть одна мысль, почему я ловлю на одно удилище. Я говорил, по непонятным мне причинам, очень много поклевок на коромысло. Бывает такое, что в зависимости от рельефа, надо, вот там хаотично шелунки просверлили, хоть и там по точкам каким-то забитым, но все равно точно не станете. Есть погрешность. Поэтому где-то бугорок, где-то приямок. И всегда она из трех лунок одна работает лучше. Я подумал, что, ну, может быть, лучше работать, потому что там что-то рыбе удобнее брать. Вот, но сейчас только понял о том, что у меня там стоит коромысло. 100% всех поклевок, всех пойманных рыб именно на коромысло, на крайне правую удочку. Сейчас я, наверное, со второго поплавка срежу дробинки и повешу туда тоже коромысло. Посмотрю, может быть, ситуация выровняется немножко, и мне удастся, может быть, даже увеличить результаты. Ну, я думаю, что все решит сегодняшняя ночь. Я надеюсь, что я все-таки дождусь хоть одного бонуса. Очень хочется теперь поймать. У нас вторая задача стоит теперь на ночь. Это поймать бонус. Количество рыб мне уже давно не важно. Мне куда важнее там какие-то снять поклевки для вас. И просто насладиться отдыхом, рыбалком. Ну, когда совсем клюет из пулемета, я вам скажу честно, что тоже это не очень интересно. Когда вот такой клев, ну, тоже, скажем так, печальненько. Лучше всего, когда поклевает периодично, и особенно ночью есть выходы крупного леща. Это самый кайф, это самый адреналин. Так что, друзья, я с вашего разрешения продолжу трапезу, и увидимся уже ближе к вечеру. Итак, друзья, у нас вечер. Больше, в принципе, ничего я не поймал. Решил сегодня пойти во все, скажем так, тяжкие. Вот, будет крупный закорм. Не решил ничего не делить. Закормлю на ночь. Сколько останется на утро там корма в точке, столько, значит, и будет. Значит, я добавляю 1 килограмм леща cold water для зимней ловли. Прошлогоднюю и новую серию. Достаточно много корма. И осталось у нас, получается, грамм 700-600 мотыля. Его тоже полностью мы отправляем
Нет, наверное, все-таки чуть-чуть я оставлю, потому что были случаи, когда вот нужно маленькой кормушечкой, ну давайте вот так, наверное, оставим, маленькой кормушкой нужно дозированно дать корм, буквально там в метре, в двух метрах от дна, чтобы все-таки опустить леща. Бывает то, что даже крупный подходит и крутится вокруг точки, стоит в метре от дна, неоднократно это было уже проверено. И на эхолоте, на камерах мы это наблюдали. И буквально вот маленькую кормушечку там ночью вы забрасываете. Главное не пугать, аккуратненько, там в двух метров опустили, раскрыли, мотылек падает большим таким веером, потому что он достаточно мелкий, тем более у меня он очень свежий. И опускается на дно, лещ периодически за ним опускается. То есть, ну, это срабатывает. Не сказать, чтобы это стопроцентный какой-то эффект, но как бы иногда это работает. Поэтому почему бы не оставить запас грамм 100 для этого случая. Вот. Разбиваем наш корм, как и в начале рыбалки, вот так вот небольшими нажатиями друг об друга потирая, у нас весь мелкий мотыль разбивается по всей прикормке. Она получается такая очень воздушная. Даже если, в принципе, комки вот эти попадаются, да, из прикормки, то есть, ну, вы понимаете, это готовая прикормка, уже увлажненная, и здесь по-любому присутствует влага. Да, процесс не идеален, эти комки остаются, но когда этот комок попадает в воду, он как бы растворяется там за, не знаю, там, может, 20-10 минут, и он превращается в такую же вот легкую сыпучую прикормку, как, в принципе, и вся наша основная фракция. Так что сейчас мы все это дело отправляем на дно. Да, конечно, по меркам зимней ловли леща, это кажется такие большие масштабные закормы, которые присущи только ловле летом. Но поверьте, здесь есть стая леща, которые подходят и просто-напросто за считанные минуты сожрут этот корм. Даже просто вообще его не заметит. Главное этого леща нам дождаться. А там уже разберемся. Так что, друзья, закармливаем и погнали. Прошла у нас еще одна ночь. И как бы я надежды не строил, увы, она была полностью безрезультатной. Это не увидел я даже ни одной шевелинки. Много, конечно, спал, но периодически вставал. Там пробовал какие-то перезабрасываться, диповать. Ну, вообще никак. Лещ себя не хотел проявлять. Очень сильно похолодало. И пришлось даже баллон занести в палатку. Потому что уже газ начинал подмерзать. И горелка работала, скажем так, с перебоями. Чувствуется. Ну, градусов, наверное, может 7-8. Вот так вот. Эти морозы также у меня были и надеждой о том, что все-таки рыба активизируется и начнет активно клевать, но, увы, такое достаточно трудовое у меня открытие сезона. Сейчас время 9 часов, я встал по будильнику в надежде, что начнется хотя бы утренний клев половить. Но вот пока что вообще полностью тишина, поплавки мертво стоят. Поклевывает. Второго сразу, блядь, лунки погладил, чуть-чуть меньше. Сейчас нет, это вот поплевывает. Ну, друзья, в отличие от вчерашнего дня, аншлага, здесь практически вообще нет палаток. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И турбаки, которые просто ловят вокруг. У меня тишина 0. Палатку даже бросил вместе с мусором. Мусор, конечно, очень много. И вообще не хотят убирать за собой. Вот. Печка моя работает. Видно, как дымок идет, да? В общем, друзья, продолжим. Сейчас мы ловлю. И нужно ждать, пока станут вон те места.
совсем близко, лед там стоит, когда квадрокоптером летал. Ну, видно, там очень много промоин. Надеюсь, вот эти морозы до Нового года сделают лед там понадежнее и можно будет уже спокойно там ловить. Конечно, в этом месте мне не совсем понравилось. Ну, хотя, может быть, связано это совершенно и не с местом, а с тем, что, получается, я попал на два слома. Сначала с морозов на оттепель, день дождь лил, а теперь опять на мороз. То есть рыба, конечно, тоже на это реагирует. Поэтому остаемся с не совсем хорошим уловом. Ну, ладно. Подождем обеда и уже будем собираться. Есть еще одна фанерочка. В общем, сейчас я решил убрать все пучки, поставить обычных по 2-3 мотылика. Вот буквально перезабросил. Минуток через 2-3 получил сразу же результат. Но до этого тоже были подъемы. Ну такие, знаете, поплавок 2-3 миллиметра подымется и бросит. И я подумал, что, конечно, все-таки, наверное, слишком крупная эта насадка для таких мелких подлещиков. Хочется хотя бы что-то половить, поэтому сейчас поставил на всех удилищах, в принципе. Сейчас меняю уже пучки вот эти с пучковязом на обычные. Здесь еще у меня какая-то горочка есть. Куда-то попадает. То проваливается поплавок, то нормально держится. Посмотрим. Есть контакт. Да. Может, на 20-30 грамм побольше. Давай. Блин, сошел. Так, друзья, заканчивается у нас рыбалка. Вот интересная закономерность. Как я говорил, да, вчера поставлю второе коромысло на удочку слева. И результаты совершенно уже другие. Я большую часть рыбы поймал именно на эту лунку слева. Здесь тоже отлично работает коромысло. Хуже всего крючок, который находится посередине. Чем объяснить? Я вообще не понимаю. В общем, сейчас у нас рыбка становится все мельче и мельче. Клев потихонечку начинает стихать. И, кстати, он начался не по стандарту, как обычно тут. Где-то с 9, там, с 8:30 и до обеда клюет. Сейчас, наоборот, он был, ну, где-то, наверное, с 12. Вот буквально 2 часа до 2. Вот, поэтому сейчас уже я буду собираться домой. Что хочется сказать по рыбалке? Ну, конечно, любая рыбалка это лучше, чем, наверное, сидеть дома или на работе. Вот, но все-таки хотелось бы как-то немножко поактивней половить. Приходилось буквально, ну, вот, вымучивать каждую рыбу. Вчера это вообще какой-то был, ну, очень сложный клев. И чертики шли в ход, и различные там способы кормления. Но, к сожалению, результата это не принесло. Опять же таки, хотел очень половить. Еще одна поклевка. Мелочь вообще. Долго прям поплавок подкидывает и тут же кладет. Очень хотелось половить ночью. Это все, конечно, хорошо, когда там хоть какая-то рыбка клюет, но самый адреналин, самый кайф, я считаю, ловли леща, это ночью сидишь с чайком в тепле, в комфорте, и у тебя шевеленочки там или поплавок поднимает, ты подсекаешь и чувствуешь гирьку на том краю, и начинается кто кого, особенно если еще тонкие изящные снасти, то вообще это супер удовольствие. Но
Увы, сегодня без бонусов. Я надеюсь, что в скором времени все-таки морозы, вот если сегодняшнего дня так будут стоять, то лед там окрепнет, и мы попадем на свои излюбленные места. А может быть, в дальнейшем и вообще на Саложу. Там вообще экшен. Так что, друзья, всем желаю ни хвоста, ни чешуи, с всех с наступающим Новым годом. Наверное, я постараюсь для вас смонтировать это видео до Нового года, чтобы вы успели посмотреть и с заряженной поехали на рыбалку. Кто-то уже открыл сезон, кто-то нет. Я всем их желаю отличного открытия. Всем пока, всем удачи в Новом году. Только камеру выключил. Еще один есть. И второй есть. А, друзья. Пошла жара. Одного я вытащил. Сейчас второго будем тащить. Да, я совсем, кстати, забыл вам показать улов. Поймал я, ну, наверное, десятка два с лишним мелких подлещиков. Ну, очень попалась достаточно увесистая и крупная плотвичка. Как-то так. Вот и второй.